today you can watch sports video with Nat Nata. You remember? Subscribe and put likes. Итак, сегодня я продолжаю свою спортивную рубрику. Надеюсь, все видели мое предыдущее видео по спорту. Я, конечно, это надеюсь. Итак, ребята, сегодня я хочу вам показать мой комплекс упражнений, как быстро и эффективно сесть на шпагат за 5 минут. Поехали! Начнем мы с разогрева тела сверху вниз, а конкретно шеи. Делаем осторожно и медленные повороты головой. Если что, видео немного ускоренное, так что выполняем не спеша. Делаем пружинку плечами к ушкам. Дальше делаем круги плечами вперед. Делаем хорошо, прям выдвигаем плечи перед собой и уводим назад. Теперь в обратную сторону, грудь вперед. Теперь выполняем повороты кистей. Теперь сгибаем руки и крутим кружочки. А теперь ровные руки, большие круги. Теперь переходим к разминке плечевого пояса. Возьмите себя за локоть, потяните руку на себя. Теперь делаем замочек, обязательно надо, чтобы ручки прикасались друг к другу. Немножко усложним, не отрывая рук, отдаляем наши ручки как можно дальше и фиксируемся. И обязательно повторяем на вторую ручку. Медленно приседаем, делаем вдох и выдох. Прыжки. Представляем скакалочку и прыгаем. Делаем наклоны корпуса вперед, назад, вправо, влево и также делаем круговые вращения. Дальше одна рука идет вверх, другая держится за ногу. Колени ровные, также проворачиваем спинку. Помним, дыхание у нас ровное. Не забываем пить воду во время тренировок. Делаем складочку. Помним, вдох, выдох. Делаем стойку. Руки вверх, держим равновесие, делаем вдох-выдох. Теперь остаемся в том самом положении, только руки сгибаем и стоим. Дальше ложимся на левую ножку, загибаем, а правая ровная, и отдыхаем, не забываем про дыхание. Сейчас мы оставляем левую ножку в том самом положении, а правую загибаем и пытаемся дотянуться к ней. Повторяем все то же самое на правую ногу.
Делаем бабочку, махаем крылышками. Быстро и резко фиксируемся. Надо, чтобы ваши крылышки легли на пол. Дальше мы будем рассеивать мышцы. Сгибаем левую ножку, чтобы она нас не отвлекала. И ложимся животиком на ногу. Это очень хорошо тянет мышцы спины. Прокручиваем спинку. Одну руку за талию, другую за стопу. Теперь меняем ножку. Теперь садимся в полушпагат, рассеиваем поперечные мышцы. Кто не может легти животом, ставит локти и пружинится. И вот, наконец-то, мы с вами сможем сесть на три шпагатика. Осторожно, не спеша. Я напоминаю, видео ускоренное. Не спешите, и кто может, поднимает заднюю ножку и тянется к ней. Итак, садимся на все остальные шпагатики. Guys, you like my twine, I hope. And write me comments, what's your favorite sports. And remember, subscribe and my channel, put likes, and thank you all who with Natnata. Ну что, вам понравились мои шпагаты? И также разминка понравилась, потому что я очень стараюсь для вас, придумаю, и, конечно, этот комплекс я сама его применяю и вам также советую. Нат-ната плохого не посоветует. Ребята, еще очень много будут видео про спорт, так что я знаю, что вам очень оно нравится. Так что ждите, не забываем подписываться. И хочу еще сказать, что делайте этот комплекс где-то два раза на неделю. Так форма не будет теряться. И всем пока-пока!